challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем эту прекрасную игру. Смотри-ка, нет, это как отдельный портал даже. Тогда такое ощущение, что я где-то на той локации, что ли, что-то не нашел. Хотя сломанный мост, либо там еще дальше за сломанным мостом что-то есть. Может быть, может быть. Так, гниющий выступ надо еще там доисследовать наверху, потому что мы там чуть дальше не пошли. И в гниющей пропасть нам надо. Мы теперь гордые носители кислотников. Ты ж кислотники, так? Я ж правильно понимаю. И нам нужно вспомнить, где это дерево было. Пиу. А, так там орех был? Подожди. Чё-то я опять же не врубаюсь. Мы должны их заткнуть или выткнуть? Ну давай все выткнем и посмотрим, но выткнуто недолго. Но возможно мне прям все дырки нужно именно закрыть. Такие вот. Ну допустим раз. Допустим два. Здесь, по-видимому, был орех. Допустим, три. Ты воняешь? Воняет. Так, а где-то еще один вонючий, так понимаю, вон. Даже не один. Кто-нибудь что-нибудь понял? Открыть не помогает, закрыть не помогает. Возможно, закрывать нужно те, на которые, конечно, свет. Именно. Хотя это было бы странно. С другой стороны, он выплевывает, да, наружу. Может быть, поэтому это нормально. Закрывать те, которые наружу фигачат. Но он типа тоже выходит наружу. Со всем успехом надо все открывать. Ты как, дышишь или ты просто? Nope. Что-то я пока не догоняю, что делать с этой формой.
какие-то дырки нужно закрыть или открыть, или оставить. Черт его знает, блин. Так, мне бы теперь найти... Наниваться это точно. Вот это куда и ведет, интересно. Где у нас семена находятся? Штука для семян. Штука для семян. Ты где? Вон одна. Далеко, блин. То по две штуки, блин, на каждом шагу, то вообще ни одной. Чё? Вы хотите сказать, что тут кислотников нету? Ой, ты еще и не во всех бываешь. Отлично, блин. Кстати, смотрите, там штуку можно подобрать. Вот здесь, по-моему, где-то были. Клейкая желчь. Вот вас только не хватает мне. Это вообще пустой, блин. Какого хрена он пустой, его никто не трогал. Все, пять. Там. Хранились, починять себе создать дня поблизости. Если хочешь получить его содержимое, сначала убей всех существ. А, это. Тут ты, блин. Я же вроде бы хранились изучал. Или в открытом состоянии это нечто другое. Так, давай посмотрим, куда вот это ведет. Никуда не ведет. Но там где-то типа секрет. Так, меня успели побить, надо будет хпшки чуть набрать. А, тут я, кстати, этот не забрал же, да? Жилу, которая там торчала. Ну и хер бы с ней пока, да? Это сейчас вот увидим, может быть, не забудем. Так, а я думал, такое-то дальше пойдет. Все секретные места. Ну и ладно, большую часть собрали. Так. Теперь тогда наверх, и там посмотрим, что еще куда ведет. А, нет, подожди. Мы секрет не взяли. Не попытались разбить, во всяком случае. Да,
Нефиг всякие спецэффекты показывать, когда телепортируешься. Это как бы, да. Травмоопасно. Ага, вон, смотрите, еще что-то есть. Это мне нужно было просто упасть тогда. И на той стороне мы там не взяли такое же тогда, получается. Это яйцо или не яйцо? Или мы там, наверное... А, мы там взяли. Странная слизь. Можно ли будет по ней лазить? Непонятно. Тренер позволит вам открыть часть инопланетного сундука. Эге. Значит, где-то прячется еще. Как-то это не так было, как я хотел. А! Нормально, я ж вроде приземлился, но нет. Так, подожди, тут, видимо, нормальный прыжок просто есть. Там я уже увидел. Отлично, значит где-то рядом еще один. Это как понимать? Да смысле? Apparently, they've been getting some odd readings from their recent acquisition of a holiday planet. They want you to go check it out, as you're the closest explorer. I've added the coordinates in your teleportation device, so check it out whenever you have a hankering for something new. Ага, это как раз DLC, да? А как я там умер-то? У меня еще куча ХП было. Ambient temperature 92 degrees. Biosigns nominal. У меня было еще целую тонну КПш. Так, ну смотрите, если они напротив друг друга, это логика, оно где-то тут. Ага, смотрите-ка, действительно. Это казалось проще, чем я думал. И что же, ну, я хотел пошутить, неужели инопланетный сплав? Да, это он, вау. Как неожиданно. Какая радость. Если там дальше в улучшениях не потребуется их по 4 штуки, я даже не знаю. Потому что мы столько их уже, блин. Ты куда? Я просто задом ехал, хотел посмотреть. Я что, могу менять направление прям? Нет. А хрен ли тогда такое происходит? Так, вон тот участок, да, мы не собрали. Проще сверху. Так, это...
Что означает этот значок, интересно, синенький? Где, блин, уже плавающая хренотня это? Или какая она, блин? Это саламандра, которую надо. Владение дикого зверя. Вот. И он будет обедом. Не, давайте мы сюда. Все-таки вначале секреты, а потом все остальное. Да, слушай, мы по секретам пошли. Кстати, вон то яйцо, да, мы тоже не взяли. Опять же, надеюсь, оно все не вылетит. Эх. О. Умудрился пропустить. Вон там еще, возможно, что-то есть. Я точно не помню. Что-то как-то слишком бомбануло в этот раз. Там цветок же просто, да, наверное. То яйцо надо, блин, забрать сразу, то я точно про него, наверное, забуду. Вон то мы вряд ли в ближайшее время сможем. Получить, так что, да. Я по вам скучал. Вон там подъем, например, с долбаным томатом. Так, бомбы, бомбы, бомбы. Бомбы, бомбы, бомбы. Бомбы, бомбы, бомбы. Удачи. Нет, тут, похоже, ничего нету. Эх, не получилось сделать супер прыжок. Ну и ладно. Кстати, по вот этим грибам наверх тоже теоретически. Обломись. Блин. Как бы так под... Ну куда ты ударяешься, отлетай в сторону? На, надо с гриба просто это сделать.
Но он как-то не хочет быстро бежать и прыгать. Он именно что взлетает. Ах ты ж падла. Она без коллизии. И вот это непонятно. Блин, ладно, пока забьем. Возможно, тоже какое-то улучшение дополнительное нужно. Да, вот он просто вверх прыгает и все. Да, ну на эту штуку я прям буду долго так залазить. Да, тут еще. Хотя вот тут теоретически. Не. Не цепляется. Ну нет и нет. Ладно, тогда пойдем то яйцо заберем. Потом, кстати, уже телепортируемся и пойдем разбираться с боссом. Потому что я его точно забуду. Так, а зачем оно тут? А он, кстати говоря, только как туда попасть? Пока непонятно. Ну а чё он под ноги лезет? Правильно? Так, в какой-то пещере, возможно, я как раз спущусь после битвы с боссом. Я же правильно понимаю, что там все-таки босс должен быть. Так, здесь у нас пещеры, можно пойти туда, конечно, но... Мне кажется, быстрее все-таки у этого портала. Угу. Ну что, пошли разбираться. Кто там нашего картографа обижает? Так ты просто какой-то новый враг. Может, ты остановишься уже и будешь ему делать? Давай этой телепортации своей. Не повезло тебе. Ой, господи боже мой. Вот это да, это вы. Thank you.
Давай. Ну. Готов. Вот сейчас, конечно, у него гениталии на кончике хвоста. Я себе хотел убить, я бы стрелял туда. Это у тебя самая бесполезная атака, как по мне. Круто, теперь иди отремонтируй. Ну так всегда. Отремонтируй. Давай, Ержан, на работу пора. Обнаружи место хорождения инопланетного сплава. Отмечу место на твоей карте. А нахер Бену мне сралось. Чтоб ты мне сказал местоположение нужды в этом сплаве. То как бы да, а как бы, ну, а зачем? В корме больше смысла. Так. Надо посмотреть же вначале, нету тут какой-нибудь травы, либо вот, да, вот маленьких закуточков каких-то. Да камень не имеет никаких шансов против хорошего прицельного топания. У меня нет топания. Вон еще одно, кстати, яйцо. А, и куда-то эта штука ведет. Ну, я так понимаю, это тоже маленький закоулочек, да. Ну, с этой стороны больше ничего не вижу. Вот это выглядит жутко. Так, ну раз мы эту штуку увидели, надо ее сразу взять. И вот эту штуку мы посещали? Наверное, нет. Потом уже пойдем в пещеру. Там, мне кажется, в пещеру мы куда-то вниз выйдем. Так, кислотник там не нужен. Так. Да, соответственно, мы тоже пока никак не попадем. Интересненько. Ну давай. У меня тут бомбочка. Так.
И еще два яйца. А электрических мы до сих пор не нашли ни одного. То есть реально такую дистанцию теряет силу просто. Это очень странно. Ну все, идем смотреть, что там внизу. Кроме сплава. Да. Не круто, не круто. Ну, чтобы, конечно, улучшение какое-нибудь. Куда мне карта направляет? К порталу? Здесь, по-моему, тоже мало исследовали. Давайте тоже посмотрим тогда, раз мы рядом. Ох уж эти секреты поблизости. Зараженная оболочка. Вот еще одно место для падения. Конечно, спасибо, но толку пока от этого нету. А к тому времени, как понадобится, я уже и забуду. Снаружи что-то еще было с этой стороны. Красивые всякие водопадики. А на росты что, я не изучал? Странно, вроде бы должен был. Так, но мы отсюда вылезли, нет? Или мы отсюда вылезли, я думал. Значит, это все-таки не то локация, куда мы вылезли тогда. Либо там два таких выхода. Ладно. Что у нас тут есть? Зацепа, небось, да, тут? Далее. Откуда, блин, ты еще взялся? Давай, ну допустим сюда, да, либо сюда. Вот так, чтобы не мешался.
Так, теперь куда-нибудь сюда. Так просто? Потому что ты, красавчик, и дошел. Теперь придется переключаться. Раньше можно было просто кидать. Ну вот, нефиг было. Я вас разморозил, а вы так себя плохо ведете. Ай, кифи неблагодарные сволочи. Так, да, вон могу вернуться. Ну и, видимо, все тут. Там вроде бы больше и никуда и нельзя было. Может быть, что-то в корнях? Ничего не вижу. Ну тогда на этом, видимо, все тут. Где-то еще ули, который я пропустил, может, вот этот вот, да? Да, по-видимому-то он. Месть за то, что надоедал. Так. Ну и что, идем на новую локацию, получается. Секрет, видимо, там, где нужно сломать. Это было бы достаточно логично. Либо можно пройти вон там чуть дальше, да, чуть назад. И посмотреть все-таки, куда это спуск ведет. Хотя не все нашел, поэтому нормальный бонус не получишь. Ты че, блин, пес? Разве не здесь где-то был еще один спуск? И все-таки я его фейк путал. Очень-очень странно. Вроде бы прям сильно выраженного топографического кретинизма у меня нету, но... Иногда, похоже, случается все равно. Да, это с кремня, кстати, неплохо. Так.
Много вкусного. Посмотрим по заданиям. Есть какое-то добивание, подожди. Это тройной двигатель. Надо, ну да, это топтание. Так, мясной чел, мы поняли. Реклама мидбоя. Журнал. Так, это мы потом как-нибудь займемся, как DLC. А, можно дротиком воспользоваться, компьютером воспользоваться. Ну, давай. Привет, исследователь. Все мы в Киндере очень рады слышать, что ты до сих пор живой. Краткий опрос, давай. Немало у тебя времени на опрос ушло. Не то чтобы обвиняю. 3 часа, 14 минут и 47 секунд. А, оперативность, время отклика. Ну, извини, тут было чем заняться. А что тут задание 1? Начать. Это путешествие выживать абсолютно самостоятельно. Как это повлияло на твое моральное состояние? Тебе одиноко? Чувствуешь депрессию? Или наслаждайся возможностью говорить о своей проблеме без риска, что кто-то услышит? Я одиночка, это отлично. Ну, это отлично, давай. Кажется, ты тоже получишь удовольствие. Это здорово. Многие люди просто мечутся по миру, не обращая внимания на то, что их окружает. Сколько сил было потрачено на каждую деталь создателями мира, если ты веришь в что-то подобное. Кстати, поздравляю с получением всех усилений. Твое постоянное стремление к незначительным улучшениям дает тебе настоящий покровителем капитализма. Так что Kindred награждает тебе медалью. Готов ко всему. Да и смерти было не так много. А вот твой старший брат на планете через одну галактику от вас, он вообще не умирал. Ну то не переживай, мы тобой гордимся. У нас нет любимчиков, конечно. Я вас должен быть любимчик, я вам инопланетные штуки нашел. Окей. Средний. О. Как-то очень более неприятно, если бы просто сказали, что не было весело. Норм. Я бы лучше бы не ок взял, а норм. Основываясь на полученных данных, Kindred подтвердили мои описания. Они не понимают, что это за башня в центре планеты. Если мы сможем проникнуть внутрь и выяснить, почему на планете без разумной жизни находится технологически продвинутая башня, они подумают, что дело нечистое, разом бомбят здесь все в труху. Вместе с нами. Так что если сможешь найти путь в башню, это бы не слабо помогло. И с возвращением. Опять. И это опять время опроса. Если сравнить тебя с другими исследователями нашей галактики, ты намного лучше все исследуешь. Один из лучших, если что. Теперь можешь относиться к обслуживающему персоналу как к мусору. Теперь дротик заправленный может долететь до Земли. К сожалению, для торможения запаса топлива недостаточно. Но вообще врезаться в Землю со скоростью 40 тысяч километров в час технически считается завершением задания. Но если тебе слабо разбиться и зачем-то вдруг понадобилось выжить, то придется собрать еще топливо. Замечательно, не забывай, что выполнение новых научных экспериментов повысит твой ранг, и повышение ранга откроет новые инструменты. Виват прогресс. Скоро ты вернешься на Землю, это значит, ты сможешь головой окунуться в лучшее занятие, изобретенное человечество, все существования. Шопинг. Что ты купишь в первую очередь?
Роботы, особняк, суперяхта. Зачем мне суперяхта? Особняк, конечно, круто, но... Роботов. Отлично, теперь вдвое дороже. А, ясно. Надо было все в другой взять. Усилия уже принесли много полезных данных. Например, открытие совершенно новой инопланетной цивилизации, которая не обнаружила первоначальное сканирование. Сейчас ты на вершине инопланетной постройки. И я напоминаю, как важно определить ее значение. Тебе нужно сосредоточиться на входе в башню. Ну, отлично. Видео надо все пересмотреть. Чтоб они не висели. Уважаемый клиент, мы первый галактический коммерческий банк Monocorp, почетный член мультикорпорации Глобальной Вселенной и ее дочерних компаний. Рады сообщить вам о замечательных улучшениях нашего финансового положения. Я рад за вас. А вашего... На сегодняшний день остаток на вашем счету составляет минус 492 237 галактических долларов. И хотя на первый взгляд этот долг может показаться существенным, учитывая ваше недавнее повышение до межгалактического исследователя и сопровождающее его резкое повышение годовой зарплаты на 2%, это прям как это, да, у Миши МК было НДС-то, налог на добавленную смерть. Не 20%, а 18% скидка была, да, на бухло. Мы можем прогнозировать, что вы сможете выплатить долг всего через 47 лет. Этот прогноз демонстрирует существенное улучшение по сравнению с предыдущим показателем в 51 год. Да, и мы рады сообщить, что по срокам освобождения долгов вы превосходите большинство среднестатистического населения. После тщательного изучения всего вышесказанного мы приняли решение улучшить ваш долговой статус. Совершенно невозможный, да, непосильный. Ей. Поздравляем, так держать. Вы всего в половине столетия от финансовой свободы. Ну, смотря, конечно, сколько они живут потом. Прогноз погоды нам не интересует. Хотя 50 градусов Цельсия это что-то как-то напрягает. Распрощайся с долгами. Если хотите, можете прочитать. Я так понял, это все спам. А, это инопланетные эти фрагмент передачи. Может, они и Землю сделали, эту планету сделали? Старший исследователь докладом об успешном приземлении. Как всегда, заключается исследование документирует множественных планет, садясь с борта своего космочелнока, преисполнен оптимизмом. Научное дело никогда не убить меня, что открытие долины тысячи пердежей принесло какую-то крупицу полезных данных. Все, там все было именно так, как звучит. То, что на этой планете пока не ощущаю никакого характерного запаха. Буду держать в курсе по мере исследования. Thank you for your cooperation. As a minor reward to improve your overall mood, we have increased the amount of Ozbed pharmaceuticals automatically injected into your food. Enjoy the results at your leisure. Ну, лучше бы вы мне чем-нибудь здесь дали. Что я могу все-таки применить. Так. А, смотрите, можно посмотреть, действительно. Да, это последняя локация. Видите, там 20 всего. В взящих полях я всего 6 не нашел. А первой там не все можно было взять, и поэтому мы пошли просто дальше. Ну ага, можно еще и эти все найти. Отлично. Место посадки-то что? А, я не все нашел. А, ну это телепорт. Телепорты, да, телепорты, согласен. Топливо. На первой локации я не нашел.
скрижали тоже что-то не нашел место посадки. Бюро находок. Это тоже мы будем всем заниматься, да. Но как-то так мне смущает, что пикамандра все-таки пока недоступна. Но вот нету таких. Не встречал. Подожди, а я могу посмотреть по журналу? Подожди, чего? Во имя науки. А, ну да. Вот это то, что не нашел. И командры. Сканировать кодекс хорошо. Ну просто смотрите, какой большой процент получается в месяц 25. Инопланетная пища. Архитектура. Да, тут других нету. Или подожди, он там. А это инопланетное кино. И вот эти штуки у меня пока недоступны. Ладно. На этом, думаю, мы сегодня закончим. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока.